Политическая примета. Чтобы не краснеть перед народом, нужно как следует загореть. Хорошо отдыхаю. Чудесно. Жаль, заканчивается отпуск. Да? А самое главное, знаешь что, дорогая? Что никого нет, никто не узнал. Это правда. Да. Никого. Я не понимаю, зачем нужно было еще и дельфинам завязывать глаза. Конспирация. А господин инкогнито? Да-да. А господин инкогнито? Иди на звук. Да-да-да, вот ваш коктейль. А что там? Откуда я знаю? Инкогнито. Да. И ваш обед. Ой, сюда. А. Спасибо огромное. Да. Слушай, дорогой, я поражаюсь этому повару. Да. Так готовить с завязанными глазами. Посмотри, вот посмотри, как тоненько и красиво нарезан салатик. Да. Передайте, пожалуйста, повару, что все очень вкусно. Прямо пальчики оближешь. Да, кстати, насчет пальчиков. Повар просил передать, если найдете, не выбрасывайте. Дорогой, ну давай, может быть, уже в конце концов развяжем персоналу глаза. Ну, неудобно, они как слепые котята, ходят на пальмы, натыкаются. Я понимаю, первые 2 дня было весело, посмеялись. Но уже хватит, все-таки уезжаем. Да, и еще. Да. Я тебя очень прошу, пожалуйста, вкладывай деньги уборщице прямо в руку. Бедная женщина вчера в поисках доллара 6 часов в нашем номере провела. Хорошо. Инкогнито! Да уж, дорогой. Скажи, пожалуйста, а там в Украине точно никто не знает, что мы уехали? Да никто, ты что, конспирация? Да? А кого же ты вместо себя оставил? Да, посадил чучело. Кого из них? Просто чучело обыкновенное. Да, пора уезжать. Молодой человек! Да. Бегу. Молодец. Аккуратно. Заберите, пожалуйста, чемодан. Отнести в машину? Это вам чаевые. О, спасибо. Я шучу, в машину отнеси. Господин инкогнито, администратор. Как? Не переживайте, я слепой. От лица всего персонала позвольте поблагодарить вас за выбор нашего отеля. Я надеюсь, вам все понравилось. Все очень понравилось. Прекрасно. Правда. Да. Жаль, пора уезжать. Да. До свидания. Да. Но для начала вы должны оплатить счет за отдых. Что? Я говорю, оплатить счет. Извините, отвык просто. Давно ни за что не был. Не отдыхал. Не отдыхал давно, да. А что там, что там? А вам счет распечатать? Да, распечатайте счет. Сию секунду. Одну секунду, дорогая, сейчас. Можете пока выпить кофе. Да? Погуляли. А скажите, конфеты у вас бесплатные? Конечно, бесплатно. Я возьму... Угощайтесь, пожалуйста. Одну штучку. На завод. Дорогой. Ух, ну наконец-то, что там? Краска в принтере закончилась. А в принципе, общую сумму я могу вам показать. Надо ничего уже показывать, спасибо, насмотрелись. Просто скажите счет и все. Я лучше покажу, просто не знаю, как по-английски будет такая большая цифра. Секунду, пожалуйста. Мысли. $500 000 за 8 дней! А что? Что-то не так? Давайте разбираться. Давайте разбираться. Я не могу понять. Шезлонги бесплатно? Бесплатно. Полотенце бесплатно? Конечно, бесплатно. Подождите, ну тапочки же бесплатно? Абсолютно бесплатно. За что тогда 500 штук за 8 дней, а? Вы дальше смотрите. Что-то дальше. Вот и погуляли, а? Боже мой, что за счет? А, бассейн с соленой водой. Море с пресной водой.
Банан представительского класса. Вот это ты? Это я? Да вы что, издеваетесь или да что? Да давай плати уже. Хорошо, я заплачу. Что там? Как будете оплачивать? Карточкой или наличными? Выпишите счет. А на чью фамилию выписать? На Янукович. Благодарю вас. На Янукович? А что мы сейчас все списываем на Януковича? Дорогой, надо что-то делать. Надо что-то делать, дорогая? Давай, думай. Все, я знаю, знаю, да. Мы запишем видео объяснение народу. Точно. Бери телефон, давай. Пиши. Готово? Так, секунду. Давай. Шановные украинцы, так, я хочу пояснить, скажу всю правду. Так, я отдыхал на острове. Да, и что? Был у вас раньше президент с темным прошлым, теперь будет загорелым. Але я хочу подякувати моей жінці. Она меня во всем поддерживает. Что я хочу сказать? Вы знаете, на самом деле с Петром Инкогнито мы дуже схожи. Он тоже бывший кондитер. Мой любимый его рецепт, знаете какой? Берете пол лимона и на Мальдивы. Але я вам скажу правду. Так, я відпочивав під чужим іменем. Да. Ну что я могу сделать, если у меня под своим ничего не получается? Да, я отдыхал под чужим именем. Почему? Объясню. Потому что Порошенко не может отдыхать, когда в стране идет война. Что? 500 тысяч за отдых. Я вас прошу, 500 там было, 450, 600. Откуда я знаю? Я воспитанный человек, я не привык считать чужие деньги. Так, шановные украинцы, я занял остров. Но это же не полуостров. Кому-то, значит, можно. Я, может быть, хотел в конце концов побыть один. Вибачте, я поясню, шановные украинцы. Я дуже поважаю вас, украинцы. Чи люблю я вас? Слухайте, ну давайте не будем без этих сантиментов. Я все-таки бизнесмен. Я вкладываю душу только под хорошие проценты. Дякую. И останемся, шановные украинцы. Если вы не хотите, чтобы я летал, отдыхал, ну не хотите, не надо, скажите, я не буду. Вы знаете, я людина слова. Ну и что такого? Ну отдохнул человек, ну потратил 500 тысяч долларов, а что такого? Он бизнесмен, может себе позволить. Не, ну... Да ладно, не, я просто считаю, что уже 500 тысяч это очень много. Конечно, на эту сумму можно было специально к 8 марта каждой женщине, полумиллиону женщинам подарить по цветочку. Конечно. И что? Ну как что? У полмиллиона женщин был бы праздник. Вот. И что? Самое главное для мужчины что? Чтоб женщина была счастлива. А, и что? Так об что?